детстве традиционно именно с него начинались все балы. Выполняется по геометрическим фигурам, которые подчеркивают возвышенный характер торжества. Маленькая сказка. Путешествие на 200 лет назад. На ежегодном балу СГАУ. Все в лучших традициях 19 века. Кавалеры приглашают дам на вальс и мазурку. Дарья Данилова на балу танцует второй раз. Делится. К этому волшебству хочется возвращаться. Чувствую себя истинно леди. Такой элегантный, красивый. Костюм я брала в салоне на прокат. Цвет выбирала долго. Не могла определить, какой именно. Белый, цветной, там, розовый, красный. Но сошлась на этом. Чтобы так вот запросто порхать по манежу, ребята готовились 3 месяца. Здесь не только студенты Аэрокосмического университета, все желающие могли посещать бесплатные репетиции, чтобы в торжественный день закружиться в танце. На 9-й ежегодный бал СГАУ собрались около 500 дам и кавалеров. Едва закончили польку и уже французский вальс. В общей сложности танцевали 6 часов. Особенно первый бал, когда ты идешь, ты вся такая, вдруг со мной не будут танцевать, вдруг я буду некрасивой и тому подобное. Это на самом деле требуется нехилая сила воли, чтобы держать себя, подавать. Тем более в таком платье нельзя быть какой-нибудь вот такой. Организаторы танцевального чуда говорят, бал меняет ребят изнутри. Я верю, что после бала в обычной жизни ребята смогут стать капельку галантнее, вежливее, что норма светского культурного досуга останется в их жизни. Сами ребята шутят, машину времени изобретать не надо. Ежегодный бал заставляет забыть о том, что на дворе 21 век. Алина Чемерис, Алексей Золотенков, События.